классно началось мое утро на набережной. Погода хорошая. И вот мои девочки. Начинаем мы с кофепития. По чуть-чуть наливай, по чуть-чуть. И у нас новая девочка. Ну, сейчас выпьем, а там Чаночка к нам примкнула. Нормально. А это гостиница из Дубая. Да, ребята, это финики в шоколаде. Здесь есть в белом шоколаде. В темном шоколаде. И не одну я спрячу потом, после марафона съем. Герой, хиро. Что, можно брать? Закругляемся. Девочки, тепленькие, мягенькие. Все.
Девочки разъехались, а Светлана пошла отшагивать свои 7000 шагов, мне осталось. И домой. Вот такие вот дела. Занимались отлично, попрыгали, поплясали. Ну, очень хороший у нас клуб. Лучшей жизни Мерсине. Доброго вечера, друзья мои. Посмотрите, что я приготовила себе на ужин. Помните, я когда-то готовила и положила, значит, одну порцию съела, а вторую морозильную камеру положила. Сейчас я достала, и вот, и приготовила в духовке такой салатик и гречку. Также я рисую нейрографику, и вот у меня идет конгресс, я делаю трансляцию. Так что, друзья мои, все супер. 3 часа длился этот конгресс, друзья. Короче, нарисовала я, вот смотрите, алгоритм снятия ограничений на одну тему, и нейродрево такое красивое получилось. У нас после конгресса сразу вебинар был по итогам конференции, конгресса, поэтому я делала записи на свой канал и как раз немножко отвлеклась этим. Очень устала. Всем спокойной ночи, сладких снов. Мое нейродрево красивое. Всего-всего вам наилучшего. Пока-пока. Всем привет, мои дорогие. Идем со Шкемом погулять. Я тоже привела себя в порядок. Не знала, что одеть. Вот эти брюки, единственные, которые купила в Люльбургазе, они мне нормально. А остальное все такое большое. И это одела, и то большое, и то померила, и то. Это целая проблема у меня. Дома вроде бы нормальный был макияж, а тут какой-то красный. Телефон как искажает, да? А помаду сделала такую малиновую, а тут непонятно какая. Ничего, не важно. Друзья мои, я в конце месяца иду к стилисту. Записалась только на конец месяца. Это хорошо, вырвалось тут волосики. Потом что-нибудь сделала. Она сказала, что у меня есть что-то для тебя интересное предложить. Посмотрим. Кушаю вот эти орешки. Завтра говорят, что последний день у нас марафона. И в понедельник мы должны выставлять свои размеры. Кто насколько похудел, вот будет интересно. У нас много дел с мужем. Я так хочу рыбу, вот хотим взять деньги. Мне нужно обязательно хорошую точилку, потому что мне карандаши испортились, точилка вчера. Это качественную, хотим купить точилку для карандашей. И рыбу хотим купить. Загляну здесь на базар, очень много дел. Как раз намотаю свои 10 тысяч шагов. Сегодня я не вышла, у меня не получалось. Встала сегодня попозже. Сегодня суббота, в любое время можно делать йогу. Ну вот я 8:30 проснулась. И тут мой муж тоже проснулся. Так что вот такие дела пошли, ему Машка ведет уже. Фирма. Теперь у деревяшки были. Первые цветочки весенние. У нас еще осень, зима не пришла, уже цветочки у нас. Как я люблю. Понюхаю. О, красота. Вот такие цветочки стоят 5 лир. Ну, пахнут обалденно. Еще я набрала, вот, Мирашкин купил колготок. Не колготок, а гольф. Разных. Купила я здесь, Вайкики пошли, мне не понравилось, там очередь там за Вайкики. А здесь он купил даг, и себе тапочки такие же купил, знаете, какие, как сапоги. Я так, от таких отказалась. Посмотрите, какая красота продается здесь. Вы видите? Разного размера, я прям обалдела. Вот эти маленькие стоят по 8, но смотрите, какая прелесть. По 9, а эти вот побольше.
Просто обалдеть. На вкус интересно, какие они, так в красивом Мигросе мы находимся, друзья мои. Я Светлана Ата, турецкий блогер из города Мерсин. В блоге рассказываю о своей новой жизни в браке с турецким мужчиной после 45. Показываю плюсы и минусы Мерсина, свой быт, путешествия, развлечения, недвижимость, занятия йогой и рисование нейрографики. Провожу бесплатно консультации на любые темы и отвечу с удовольствием на ваши вопросы. Сторис – моя каждодневная жизнь, красивая и счастливая. Добро пожаловать на мой канал. От меня вам 100% польза, позитив и хорошее настроение, а также появится уверенность и любовь к себе. С любовью, ваша Светлана. Пришли мы домой. Сейчас покажу, что мы купили. Ну что, друзья мои, начнем. Такой хаос, когда пришли. И то самое главное. Цветочки, которые подарил мой муж. Тут, видите, я крем взяла себе такой. L'Oreal. Так, смотрите, какие тапочки он купил себе. Ноги у него мерзнут. Купил себе такие тапочки. Я купила себе вот такие гольфы. Вот такие вот. Яркие цвета. Хотя я купила нохут муку. Нутовую муку. Вот это новые, говорят, красные. Вот это шерстяные под брючки. И вот такие тонкие купила. Вот такие вот дела. Так, еще что купили? Четыре штуки грудинки. Фанта Кока-Кола для моего мужа. Грибы. Грибы я купила. Вот это называется, сейчас я скажу, как по-турецки. Сехлия. Сехлия, посмотрите. Видите, вот такая вот. Ее добавляют в плов. Вот. И вермишель. Я просто показываю себя, нет необходимости на моем стол смотреть. Макароны взяли такого. Такие макарошки. Вы знаете, что все в Турции подорожало? Обалдеть сколько. Йогурт купили. Девочки, все подорожало, и мальчики. Курицу купили. Яйца еще купили. Потому что каждый день цена дорожает. Сейчас вроде бы купишь, потом опять надо все раскладывать. Все время. Так, где сколько мы потратили? Ну, мы потратили дофига и больше. USB-ри потратили. 150. Тут хлеб купили. Вчера мой муж купил килограмм вот орешков. Ой, обожаю их. Мне сейчас и также килограмм семечек. Для меня купил абрикоски. Абрикоски. Еще что у нас? Да, посмотрите, что у меня здесь. Я сегодня сварила чечевицу. Я ее, так она мне переварилась. Вот. По пакетам и уже готовая. И буду сейчас жарить гюлюш, мои дорогие. Ну все, отключаюсь. Сейчас цветочки поставлю, которые мне муж. Обожаю эти цветы. Обожаю. Самый приятный момент. Это цветы от любимого мужа. Так, разобралась я со своими покупочками. И сейчас я приступаю к ужину. Ну, конечно, в первую очередь я готовлю для себя. Почему? Потому что надо на меня много времени понадобится. Так что вот, смотрите, положила эту рыбку, посолила, поперчила, лучок и лимончик. Сейчас все заверну и смажу. И в духовку. Картошечка
Красота такая. Приятного аппетита. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.